Привет! Май уже на дворе, а это значит лишь одно. Время показать вам лучшие видеоролики прошедшего месяца. Поехали! Восьмое место в нашем ролике занимает игрок Сника Медонос. Вы когда-нибудь видели беспощадную Изиду, уничтожающую все на своем пути? Если нет, то сейчас увидите. Классическое сочетание Хори и Рейли знакомо каждому игроку. Infernal 6 показывает, что она может в боях, а также эффектно получает звание. Встречайте седьмое место. Игрок с ником Трой показывает нам чудеса паркура, получает звание и собирает заслуженные голды. Шестое место. Все мы знаем, как тяжело взять голд, окруженный минами и вражескими танками. Однако для игрока Coolboy AMR это не помеха. Взяв шустрый васп и призвав своего везения, он все-таки смог проскочить заветному голду. Пятое место нашего топа. Голду взял и толпу убил. Видео от игрока Киборг Пингвин. Четвертое место. Открывая тройку призеров, игрок с ником 101-000-001-01, который в последний момент смог выкрасть голд, несмотря на ужасные обстоятельства. Третье место. Второе место занимает игрок с ником Азамат 01, который демонстрирует нам скилл игрока, обладающего киберспортивной краской. Невероятные прострелы, выходы из сложных ситуаций, отменное владение танком. В общем, все как вы любите, смотрим. Первым лидером в нашей рубрике становится игрок с ником TheTankMan9000. Игрок продемонстрировал не только красивое взятие заветного контейнера, но и отличное умение в паркуре. За отличную смекалку и свои труды он получает 50 тысяч кристаллов и 20 контейнеров. Поздравляем! И на десерт мы представляем вам видео самой настоящей дружеской поддержки в бою. Вкусное варенье может гордиться тем, что у него есть такой замечательный друг. Help! Help! А покажи, тут шафт метит. Вот, все. Че help? Где help? Я help! Зачем? Все видео просмотрели, призы раздали, а это значит, что первый выпуск подошел к концу. Танкисты, если вы хотите принять участие в этом конкурсе, кликайте на ссылку в описании под видео и отправляйте свои видеоролики. А на этом все. Удачи!